Руководство санатория «Беломорье» ответило жителям одноименного поселка на открытое письмо. Напомним, две недели назад несколько местных жителей обратились почти во всевозможные инстанции с жалобами на действия руководства санатория по закрытию территории для местных жителей. В свою очередь, администрация поселка ответила, что готова на диалог с населением, а закрывать территорию они имеют полное право. Максим Апарин подробнее. Санаторий «Беломорье» – одна из главных здравниц Архангельской области уже больше 30 лет. И все это время безопасность и здоровье отдыхающих была главным приоритетом работы учреждения. Озеро Смерди, из-за которого и появились основные претензии жителей к санаторию, является водозаборным. Его площадь больше 2,5 квадратных километров. А территория, которая принадлежит санаторию, занимает лишь пятую часть озера. Изначально пляж рассчитан на одновременное пребывание на нем 38 человек. Мы это выполнить можем легко, потому что наши отдыхающие часть находится на процедурах, часть получает солнечные ванны, часть купается, часть просто гуляет по лесу. Но как только мы открываем территорию и начинаем пропускать жителей ли поселка, жителей ли города Архангельска из области, все, мы не можем обеспечить безопасность этого питьевого режима. Практика закрытых территорий используется практически во всех здравницах, от Сочи до Санкт-Петербурга. Ограничение доступа посторонних вполне законно. Это даже не противоречит Водному кодексу, на который также ссылаются жители поселка. Там сказано, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. И важное дополнение, если иное не предусмотрено настоящим кодексом или другими федеральными законами. Так как санаторий «Беломорье» является лечебным учреждением, то в соответствии с санитарными правилами администрация данного учреждения может устанавливать запреты на посещение территории учреждения прочими лицами. Но санаторий закрывается не только поэтому. Местные жители, находясь на территории здравницы, нарушают элементарные правила поведения. Администрация вынуждена обращаться в полицию не реже одного раза в месяц. Молодые люди, прошлый заезд там даже девушки приходили с ними. Как правило, они все уже нетрезвые, так скажем, мягко скажем, нетрезвые. Вот. И поэтому ведут они себя шумно, чувствуют себя здесь хозяевами. Но я считаю, что если человек заплатил свои деньги, то он имеет право на то, чтобы получить полноценный отдых, чтобы ему никто не мешал. На имя руководства санатория поступила жалоба на поведение местных жителей, под которой подписались 84 пациента. На сегодняшний день администрация заведения планирует возвести ограждение. Оно определит границы между территорией здравницы и территорией жилого дома. Это здание появилось здесь еще до постройки самого санатория. Кроме того, будет разграничена и прибрежная полоса. Она поделится на зоны для отдыхающих и для местных жителей. От пляжа санатория «Беломорье» мы отошли буквально 400 метров. Его даже отсюда видно. Здесь точно такой же открытый доступ к воде, но все мы любим комфорт. А здесь, хотя бы на первый взгляд, территория, конечно, не такая благоустроенная, но все в руках местных жителей. Вместе с администрацией поселка наверняка можно было бы облагородить территорию, но начать нужно было хотя бы с уборки мусора. Администрация санатория даже готова помочь жителям с благоустройством пляжа, но для этого нужен цивилизованный диалог путем открытого личного общения, а не посредством открытых писем. Максим Апарин, Сергей Земских, Новости 24, Приморский район.